В песенном прошлом остались зеленые огоньки такси. Сегодня вызвать или поймать свободную машину – секундное дело. Сложнее отличить правильное такси от нелегального. Легальный перевозчик от нелегального можно отличить только в процессе остановки при проверке его документов, наличия, которое имеется. В основном проверяем, чтобы лицо, осуществляющее перевозки, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и имело разрешение на осуществление данного вида деятельности. Останавливать водителей сотрудники транспортного управления не имеют права, привлекают для совместной работы сотрудников РОТ и ДПС. Проверяют комплексно специалисты двух служб – транспортной и налоговой. Заблудился на дорогах и в законах России водитель микроавтобуса марки Volkswagen из 52-го региона. Таксист приехал из Нижнего Новгорода. Разрешения на пассажирские перевозки нет. По крайней мере, 3 из 10 здесь точно попадается. Из 206 зарегистрированных предпринимателей в нашем муниципальном образовании, они законно имеют разрешение все на данный вид деятельности, и там нарушений нет. В основном здесь иногородние нарушают. Профилактические проверки проводят по графику дважды в неделю. Такое расписание будет действовать в августе и в сентябре. В осенне-зимний период проверять будут реже, но законы и обязанности для водителей такси останутся прежними. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.